Неубранный снег, торговля без разрешения. Инспекторы Госсадмтехнадзора сегодня провели рейд по району Новые Химки. Вблизи только одного дома по Юбилейному проспекту эксперты проверили более 6 объектов торговли и на каждом из них нашли нарушения. Инспекторы заходили на почту, в аптеку, отдел сотовой связи, точки по продаже мясных изделий и одежды. Вблизи всех объектов неубранный снег и мусор. У входа можно упасть из-за наледи. Около здания почты не убран снег, фасад в ненадлежащем состоянии. Около здания аптеки также не убирается снег и наледь, имеются навалы мусора и размещено большое количество вывесок, которые находятся вне концепции города, а следовательно на них отсутствует разрешение. Рядом с аптечным пунктом торгуют детской одеждой. Сидящую за прилавком женщину инспекторы попросили показать договор аренды и медкнижку. Продавец ответила, что здесь не работает. Знакомый якобы попросил ее просто посидеть. Никаких документов экспертам не смогли предоставить и в отделе сотовой связи. Кроме того, объект обклеен объявлениями и разрисован граффити. Также нами неоднократно была проведена беседа с представителем предприятия торговли по поводу уборки их прилегающей территории, на что реакции не было. И сегодня рейд показал, что данная территория начала убираться, выявлены нарушения, устраняться сроком несколько дней. Инспекторы узнают о нарушителях во время ежедневного патрулирования территории. Теперь специалисты Госсадмтехнадзора выявят хозяев этих торговых точек и в дальнейшем будут привлекать их к административной ответственности. Елена Васильевская, Юлия Козловская, Константин Королев, служба новостей.